царь зверей. Лев – символ храбрости, силы, власти. На самом деле лентяй. Всю черную работу в прайде выполняют самки. А лев сутками может лежать без дела. Он занимается тем, что оберегает свой прайд, а охотой занимаются воспитанием детей, занимаются на самом деле львицы. Ну, а лев такой, ну, коронованная особа. Умные дельфины ухаживают за самкой не поодиночке, а большой мужской компанией. Так ее проще соблазнить. Дельфины окружают самку и держат осаду до тех пор, пока она не выберет одного из них. Каждый из этой компании знает, ему тоже придут на помощь. Пока ухаживает за самкой, хомяк ласковый и заботливый. Стоит появиться потомству, становится сущим Отелло. Только свою ревность и злобу хомяк вымещает на детях. В этот период самка сама может быть очень сильной, и хомяку не сдобровать, если он на нее нападет. Он поедает свое потомство. Пагубная страсть к алкоголю. В животном мире и такое бывает. В джунглях запросто можно встретить стадо пьяных слонов. Слоны, собираясь в группу, стаскивают плоды растений в одну кучу или в яму, накрывают их листьями, дожидаются того момента, когда они хорошенько перебродят, и все это перебродившее месиво съедают. Главное, близко к такой компании не подходить. Буянят. Своровать чужую невесту у морских котиков – это в порядке вещей. Самец, торгаясь на территорию своего соседа, пытается отогнать самку на свою территорию, а хозяин, став на ее защиту, может вступить в драку. Тут уж чья возьмет? Последнее слово, конечно, за самкой, но не факт, что через год ее не украдет другой проворный самец. Александр Щербина, Ольга Шерстобитова, Первый канал.